Поговорим о кредитах на примере балета. Так, репетируем по-быстренькому. Иногда по-быстренькому себе дороже. Так же и с кредитами. Не спешите брать их быстро и дорого. Приходите в Банк Москвы. Кредит наличными от Банка Москвы – это действительно низкие процентные ставки. Банк Москвы меняет ваше представление о кредитах. Банк Москвы – большой банк, маленький процент по кредиту. Принимайте взвешенные решения.